Ребята, с вами Зяминг на Альме, Саня. Сегодня у нас день лентяя. Привет, друзья. Ну что, у Сани каникулы. Я. И Саня сегодня решила вообще весь день провести в пижаме, в постели. Ну, я не знаю, как это у нее получится. О, привет, друг. Он переместился к Сане в комнату на это время. Саня, вообще, как тебе каникулы? Давай хорошо, расскажи всем. Очень хорошо. Я завтра поеду на конюшни от первого часа. Давай, Саня, я тебе завтра дам камеру обязательно. И ты давай с камерой немножко там свой день проведи. Знаю. Весь день в конюшне, например, такой влог. А что? Давай. Круто было бы, очень классно было. Укусил? Ах ты, проказник, ты кусаешься, да? Ах ты кусаешься. Ты маленький проказник. У него вот эта щеха какая. Ой, Саня, осторожно, смотри, подкапывается под твою постельку. Саня вчера приводила порядок в свою комнатку. Ой, какой классненький малыш. Ну, давай ты мне его немножко, давай ты мне. Ух ты, малыш, малыш. Не хочет. Когда тебе, Саня, еще вся неделя, пойдешь с ребятами за конфетами на галлоуинские праздники? Да. С кем договорилась? Осторожно, он лежит. С Камиле. Да? Ой, бля. С одноклассниками, да? Да. Как ты думаешь, в этом году какой урожай у тебя конфет? Куда пойдете? Наш район? Туда, или в туда, туда и туда. Ну, молодец, молодец. Хочешь, покажу, как ты вчера тут красиво сделала себе уборочку с маминой помощью? Ну, да, ну, хотя бы на столе у Сани сейчас уже можно пройти, если не клеточка. Давай клетку. Саня, знаешь, куда поставь? Вот. Ну, давай, вот так вот. Вот. Саня делала тут вчера порядок, потому что у нее вообще уже даже было невозможно уже на столе. Да, так не показывай. Где, Саня? Ну, почему там? Ну, вот у тебя не показывай. Ну, хорошо, не буду. А у нас, Тася, смотри, сегодня солнечно, красиво. Да, поедем. Поедем к бабе Марии, да? Немножко позже, да? Я не знаю, как в других странах. В нашей стране, ну, в Литве, есть такой день, когда весь мир празднует Хэллоуин. У нас еще едут люди на кладбище зажечь всем, кто ушли, да? Yeah. Свечку, чтобы помянуть. Вот мы еще вчера вот здесь вот перевели порядок. Ну, не здесь, но вот здесь. Саня, это какой-то ужас. У нас, знаешь, что у нас книги вырастают дома и всякие. Вот. И вот нашли маленький вот такой компасик. Да, нашли компас маленький. Покажи, как ну, вот красиво выглядит. Знаешь, что я читала, что им нельзя вот так такие солнечные лучи, чтобы были вот так вот. Нет? Думаешь? Я так не знаю. Я не знала. Ну, смотри, он прячется как-то, нет, Саня? Он прячется. Я могу сделать по-другому. Угу. Может, ему немножко жалюзи закрой? Нет, я могу вот его вот сюда поставить. Когда будем чистить клетку? Нет, не сегодня. Это ужас не какой-то. Не сегодня. Да, немножко закрой, может, тогда ему будет лучше. Потому что вот, молодец. Это не... Ну, хорошо, почему? Ну, смотри, теперь... Ой, сейчас пойдет, может, пить. Все, не закрывай, может, Саня. Очень о, как-то не... Не. Я вот тут. Ну, давай. А то очень темно стало, вообще темно. Ой, он, смотри, под эти подкапывается, делает какие-то там прокопы, туннельчики делает, опилочки. Ой, как красиво. Смотри, сейчас весь закопается, не будет видно его вообще. Ну, он у нас долгожитель. Я могу сказать, потому что у Сани подружек уже сколько их было, они все как-то ушли. Ну, умерли, короче говоря, если так уже говорить. А у Сани как-то... У одного рак луками. Ой, как страшно. Ты же, она же говорила. Ну, я помню, Саня, да. Ну, давай, иди тогда, садись ко мне. Я тогда, потому что я тоже... Мне трудно. У нас сейчас... Ну, знаешь, как ты закрыл... 10:43. Ну, так у нас еще утро. У нас же час назад еще... Но одна... уже 11. Ну, да. Уже без 15:11. Ой, Саня, так ты еще будешь в пижамке, еще будешь лежать, еще что-то на планшете будешь смотреть. Да. А ты видела, у нас на терраске лежит кот? Нет.
Нет? Хочешь, я тебе покажу? Давай. Идем? Смотри, их куда хомяк забрал. Сейчас я тебе покажу. А может, уже не лежит? Лежит. Пойдет. Лежит. Смотри, только тихо, осторожно. Ай, все уже, только смотри, это Кара за ним. Ай, вот еще, ага, кто-то идет другим. О, наши победители бегут. Ну все, капец, пяток уже будет, все. А я не хочу через это сюда их. Пипи, я здесь тебя не буду выпускать. Если хочешь, идем в коридор. Давай я через планшет покажу Аваки. А ты еще все играешь в эту игру? Да. Да? Ну, знаешь, мне эта игра не очень нравится. Какие? Не знаю. А, не знаю, Саня. А ты показывала свои эти наушнички? Не знаю. Не знаю, Саня. Такие красивые очень купили когда-то Саня наушники. Но я смотрю, они что-то лежат у нее уже. Никак не пользуешься. Нет. Нет. Очень красивенькие. Меня в Авакин Лайф забанили, да. Вот через эту салдуте, который у меня был аккаунт. Так у меня сейчас другой аккаунт. Ну там, я смотрю, злые такие детки играют, да, в этом Авакин Лайф, потому что я уже сколько слышу, там все время это то же самое. Забанили. Да. Ну вот, их сейчас Хэллоуин. Какая красивая девочка тут. Которая? Биутери. Угу. Она, знаешь, такая женщина, которая... Есть такие женщины, танцы такие есть интересные, игра, танцуют. Вот она похожа на такую танцовщицу. Тебе, да? Но на детском канале я не буду говорить это слово. Хорошо. И этот тип или стиль танца, потому что я потом боюсь, что у тебя будут проблемы. Ну вот, у меня сейчас уже 12-й левел. Вот я тебе покажу. Вот 12-й левел. Вот 12-й левел. Левел, да. Вот у меня вот столько вот денег. Угу. И потом у меня вот столько друзей сейчас играют. Вот, которые из онлайн. Да. Потом я могу вот показать свой этот салути аккаунт. У тебя сколько аккаунтов? Этот уже второй. Вот, я вижу. Вот мой этот аккаунт. Это ты? Да. Супер. Симпатичная. Вот, у меня тут вот написано, что я в Литве живу. Вот Литва. Потом добавить друга. И вот видишь, к сожалению, настоящий момент мы не можем закончить это действие. Попробуйте позже. Так что это значит? Это значит, что через тот аккаунт меня забанили, и сейчас уже не можно добавить друзья. Так вот. Да. Давайте я сейчас вот покормлю свою вот собаку. Меня питомца? Да. Вот у меня чихуахуа взаимствовать. Пипис. Вот тут надо ласка. Вот тут вот ласка, корм. Вот. Вода. А это все стоит тоже, да? Надо покупать? Нет. Вот потом можем зайти в Египет, собрать деньги. Ну, короче, играйся тогда сами. И, короче, я могу показать, как я выгляжу. Ну, давай. Сейчас. Давай. Зайду в какую-нибудь локацию. Спать хочу. Вот это я. Тут я в Египте. Вот, это я. Тебя очень красивая. Девушка и красивая машина. Это ты что, это по это пустыне? Это не моя машина. Ты, наверное, по пустыне с джипами будешь, да? Там, знаешь, в Египте есть такая... Нет, это надо вот тут собрать 5 крабеев. Да. И за это потом ключ, за это потом 2.00 авакоинс получишь. Вау. Саня, ну, конечно, я, ты знаешь, ничего не понимаю, о чем ты говоришь, но... Ну, игра, конечно, это игра. Игра.
Это игра. А вообще, мое мнение, ты знаешь, надо читать книжки, а не играть. Нет, это интересно. Интересно, а ты смотри, какая вчера Саня своей одноклассницей одной читала на ночь, как мама, из книжки там, эти сказки. Я там слышу уже, Камиля там, наверное, начала засыпать понемножку. Нет, она там резала, так она не говорила много. Что она резала, Саня? Ну, там резала, и людей резала. Ну, там из бумаги резала. Не поняла. Ты уже подумала, что людей резала? Нет, ну ты что? Я думала, что может она готовила что-то кушать, например, там морковку какую-нибудь или что. Нет, людей резала, Саня, это уже вообще под Хэллоуиновски. А, кстати, я в одном из магазинов, подожди сейчас, чтобы мне напомнить, в котором я видела, нет, продавали теперь там всякие аксессуары для хэллоуинских этих праздников, так половину руки отрезанной, так как хорошо сделано. Где? В моле. Угу. Там есть, магазин? Там, знаешь, там посередине такой есть, знаешь, такой этот... Магазин? Ну такой, да, и вот там были эти всякие там атрибуты такие, ну это рука как половина, так вообще что-то такое, знаешь, такая страшная, противная. Сколько она стоила? Там даже не видно, я не знаю, не видела. Понятно. Чё ты так громко? Я не говорю громко, тебе может быть... Ты немножко тише разговаривай, а то сейчас все проснутся. У нас сегодня же, видишь, день лентяев, да? Мы сегодня будем лентяиться. Пусть сегодня лентяями. Да. Хорошо, Саня, а я не буду... А у вас напишите закрытый комментарий. Нет, у нас не закрыты. Да, закрыт. И очень хорошо, что закрыто, потому что есть... Нет, плохо, нельзя ничего спросить у подписчиков. Ну, давай тогда ты что-нибудь вообще так скажи про себя или мнение какое-то свое вырази, они тебя услышат. Нет, ну это просто я хотела спросить, а у вас бывают дни лентяя? Конечно, у всех людей бывают дни лентяя. Как это? Ты что? Это самый лучший день на свете, Саня? Ты что, не знала? День лентяя. Ну все, Саня, ты лентяйся, а у меня дела. Все, бегу. Давай, дай 5. Ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока. Пока-пока. Соединяйтесь вот на этот вот, у меня вот сейчас. 2 секунды, подождите, пожалуйста. Сейчас. Вот, добавляйте вот через вот этот код меня в друзья. Какой код? Вот этот вот. Ну, давай его так долго покажу. Да. Супер. Вот, пожалуйста, добавляйте. Все, Саня. Пока.